Я говорю, а как мне быть, говорю, сейчас, если это будет? Их флешку, которую у них? Да, я говорю, а если своей, говорю, вот это сейчас флешка. Вот здесь попробуй. А как ты там музыку включала в тот раз, когда мы были на репе? Каш не берет, а вот видеофайл. Так, все, все, ты скажи, что это и есть звук и в одном. Видео и звук — это концерт. Ну, я понял, с видео звук или просто скрипт, я тоже скажу, я тоже звук и какой скажет. Это звук. А вас сейчас нет, да? У нас нет еще. Ну, давайте. Ну, выход вначале как бы белый и светлый, а потом красный какой там, желтый, если есть. Я еще на свете знал я, что сумел я уберечь. А был мой голос тихо-тихо белый мать. Он расстраивался, как сказки бабушки, я начал понимать. Мой язык мой, ненавистный. Не скажи, что ты крутишь, ты объясни, что за номер будет. Давайте просто я сцену выставлю. Встречаем участницу под номером 6. Маринян Карина, Саратов, армянский национальный костюм. Я оценил до 5 с вами. Надо мне давайте сделать. Давайте тогда попробуем, что я 9. Без разницы. Просто я буду сначала... Фонограмму. Да, я договорю. Сперва видео, потом фонограмму. Вообще, в принципе, я могу вам что-нибудь такое мигающее. Ну, просто динамику. А можно вывести на момент, где она будет работать на сцене, вывести, как бы у нас были, как круг, такой круг света, и который будет менять разные цвета? Круг света, да? Конкретно не в центре. Я могу вывести? Вот чисто, как это будет стоять в... У вас там крестик нарисован на сцене. Просто хороший желтый, не золотой, а желтый цвет. Mm-hmm.